Всех приветствую. Продолжаем смотреть описание к работам по книге «Великие музеи мира». Будда в Падмасане, Барнабадур, центральная Ява, остров Ява. 8-9 века, камень, резьба, высота 106. Считается, что буддизм появился в Юго-Восточной Азии примерно в 1 веке, когда буддийские миссионеры из Индии пытались достичь Китая через Южные моря. Со временем буддизм стал одной из обязательных составных частей и религиозной жизни многих ее народов. Данная скульптура изображает Будду, сидящую в позе лотоса, Падмасане. Его левая рука покоится на сложенных ногах в положении Дхаяна Мудра, жесть медитации. Правая обращена ладони наружу, в жесте Варада Мудра, жест дарения. Лицо учителя круглое, с правильными чертами, миндалевидные глаза прикрыты. На лбу между бровей знак урна, одна из особых метод Будды, лакшан. Волосы показаны в виде спиралевидных завитков, на темени выступ ушниша, лакшана, символизирующая мудрость. Длинные уши являются чертой иконографии учителя, однако эта особенность не входила в канонический набор характерных признаков Будды – 8 лакшан, известных по письменным источникам. Такие уши – признак долголетия в индийской традиции, что соответствовало долгой земной жизни учителя. На Будде монашеский плащ – санхатти, который оставляет открытым левое плечо. Скульптура выполнена в типичной кубской манере, ставшей преобладающей в иконографии Будды в раннее Средневековье. Ну, вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Будды в Падмасане. 8-9 века, камень, резьба. Пока-пока, до свидания.